1xbet. Спорттук эмоциялардын демөөрчүсү. Противостоять взрослым игрокам это не самое простое дело, но, несмотря на это, подопечные Мирлана Эшенова стараются, конечно, играть именно в свой футбол. Так, разбег. Можно. И удар по воротам, но очень хитро, да, пытались здесь седьмой и один из, которые не тянут на желтую карточку. Подача. Мяч проходит всех и гол! Мяч перелетает всех и залетает в ворота. Эрзат Чингизбекулу забивает первый гол в этом матче. Хотя вот на повторе надо посмотреть, потому что может кого-то из игроков коснулся мяч. Еще раз посмотрим вот на повторе. Ну нет, да, никого не коснулся мяч. И, конечно же, автором забитого гола становится Чингизбекулу Эрзат под седьмым номером. Отсюда, кстати, можно и пробить. Почему? Нет, нет, навес идет. И удар по воротам. Состоялся все-таки у нас Куван Шпекулу. Классный пас, удар по воротам. Байбол Эрмеков. Игроков Карабалты и Страшкин. Вот если, да, у Карабалты зачастую работает левый фланг. Здесь тем временем очень здорово. Удар по воротам опять. Проходит матч между командами Карабалта и Ильбирс. Два соседа по турнирной таблице. Счет после первого тайма 1-0. Еще одна длинная передача. Здесь никакого офсайда нету. Сукиналиев, если он сейчас забьет или отдаст голевой пас, это будет вполне заслуженно. Проникает в штрафную площадь. Сукиналиев пытается. Ну и все, завершается матч, друзья. Надо поздравить карабалтинцев с этой победой. Первая победа в рамках нынешнего розыгрыша премьер-лиги.